В воскресенье 23 апреля в Сергиевом Посаде завершится выставка художника Валерия Чтака и завершится марафон событий в поселке городского типа. Так назывался этот проект. Его куратор Анна Синица. Финальная точка – режиссерская работа Дениса Сорокотягина. Зрителям представят спектакль-эксперимент «Кикина квартира». В основе книга Евгении Некрасовой «Золотинка». Я сразу приметил для себя три рассказа, в которых эти панельки, эти дома с включенными окнами, населенные людьми, нашими современниками, женщинами чаще всего, мужчинами, детьми, попадающие в трудные порой какие-то беспросветные ситуации, но им всегда помогает магический компонент, фольклорный. Приходит какая-то родовая история и какое-то существо, которое спасает. Поэтому я таким образом соединил вот эту такую урбанистическую структуру Чтака с фольклорным элементом и каким-то даже таким древнерусским, который тут есть вокруг. Актеры театра Камбуровой, студенты Академии музыки Гнесиных сыграют в постановке, созданной специально для Сергиева Посада. В воскресенье в 19:00 в рамках персональной выставки Валерия Чтака. А разговор с актером театра и кино, режиссером Денисом Сорокотягиным продолжим в рубрике «Интервью» на ТВР-24.